Добро пожаловать, дорогие друзья, с вами Стива Рима. Сегодня у нас необычное видео, старая добрая игра под названием Spine Tires, либо Spin Tires, не знаю, как правильно называется. В общем, вы уже, наверное, к этому моменту уже в курсе, то, что разрабатывается вторая часть игры, не знаю, если правильно ее назвать, вторую часть. В общем, отдельная игра разрабатывается, говорят, там будет более-менее с физикой, хотя с этой части тоже хорошо с физикой. Я, если честно, не понимаю, зачем разработчики сделали вторую, не доделав первую часть. Но мне кажется, здесь очень много недоделано всего. Ну, так или иначе, что это за игра? Это симулятор внедорожников. Да, не только внедорожников, но еще и грузовых машин. В этой игре огромное количество, колоссальное количество всяких модификаций, новых машин и прочих. Так, баланс игры. Давайте выберем сначала себе новую карту. Я, в принципе, могу продолжить равнины. Да, у нас есть равнины, есть наводнения, холмы, побережье, вернее, и широкая река. Побережье, наверное, выберем. Так, баланс игры. 2 звездочки. Подождите, а почему у нас такой плохой баланс? Во! Играю я режим симулятор, можно, в принципе, режим аркады, ну, все-таки, кажется, режим симулятора намного лучше. То есть, мгновенное возвращение в гараж у нас недоступно, повреждение грузовика снижает его мощность, двигателя глохнет и тому подобное, да? Руль тоже не слушается, режим блокировки, дифференциала недоступен с автоматической коробки. То есть, здесь есть ручная коробка. Поехали! Да, начинаем новую игру, в общем. Всем приятного просмотра. Урал всем известный. Сейчас мы будем с вами еще вспоминать. Надо еще этот, как его, контроль вспомнить. Управление, как тут вообще делается все. Так, вид от первого лица у нас вроде бы работает. Типа вот такой вид. Вид из кабины, насколько я помню, не работал. Возможно, есть моды, которые добавляют это дело. Полный привод Е. Понятно, дифференциал у нас получается Q, но он у нас не работает. А теперь как мне вид от первого лица, от третьего лица оставить? Ну что ж, погнали. Вот так вот. Ручник выжимаем и поехали. Наша задача... Так, тихо, машину не задеть. F1, наша задача доехать до пилорам. Подождите, стоп. Нам надо хотя бы модель К700 открыть. Здесь у нас тоже, вот он наш гараж. Может быть, до гаража попытаемся доехать? Это вот очень долгое путешествие, господа. Мне кажется, лучше доехать до сюда, посмотреть, что там находится. Прям по дороге. Погнали. Так, сколько у нас топлива? Топлива у нас, в принципе, соляры достаточно. Ну что ж, мощь советских машин у вас на экранах, дорогие друзья. Вот она мощь. Признанная мощь даже нашими западными так называемыми партнерами. Да, так и есть. Так что не надо мне писать, типа там, вот это все фигня, не фигня. Я сам лично ездил на Урале, когда мы служили. Тихо, блокировку отключаем. Прекрасно. Кстати, тогда блокировка была недоступна, потому что я поставил режим автомат. Сейчас у меня режим автомат отключен. Ну и, конечно же, блокировочка у нас включается, отключается и так далее. С включенной блокировкой, конечно, вы просто... Я не знаю, там вроде бы крестовина ломается, да? То есть выходит из строя. Изнашивается, когда у вас блокировка включена, и вы едете на предельной скорости для такой машины в таких дорогах. Так, ладно, блин, графика, говорят, очень, говорят, хорошая будет во второй части. Мне, да и в первой части тоже обалденно выглядит то, что такой очень, знаете, такая атмосфера лесная, тайга. Медведей нет, правда, я никогда не видел медведей, хотя есть тоже моды, которые добавляют тоже разных существ, вернее. Ну, давайте тогда на автомате покатаемся, остановим. Вот так вот, все, заработал. А что ты не работаешь? Давай, братан, давай. Ну, впрочем, на автомате можно... Ой, что-то она какая-то неуправляемая тачка. Чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, все. Машина начинает шмелить. Ставьте лайк, если вам нравятся такие видео. Если вам нравятся такие игры, обязательно, ребят, поставьте лайк. Я хочу увидеть, сколько нелюбящих таких игр и сколько любящих. Лайки, дизлайки — это очень важно для продвижения видео. Что лайк, что дизлайк, они одинаково влияют. Так, нам бы теперь как-то... Я не знаю, какая там глубина. Ну, вначале вроде бы глубина нормальная. Сейчас начнется... Полная П. Я эту карту не знаю.
Возможно, есть люди, которые проходили эту карту миллион раз и сейчас что-то там пишут мне в комментариях, но мы сейчас будем ее открывать как в первый раз. Ну, потому что я ее не знаю. Так, хорошо. Сначала выберем цель. Куда нам надо добраться? Нам надо хотя бы до этих островов добраться. Мы можем, по ходу дела, еще и К-700, так называемую модель, открыть. Здесь, кстати, нумерация по-своему работает. Вот он остров, вон, видите? Он там проходит, да? Так, а у нас... Огни как включить? Вот так вот огни, получается, H. Понятно. Хорошо, сигнал. Какой классный сигнал получается. Вот это гребаная жесть. Так, ладно. Ну что ж, поехали. Включаем сразу полный привод. Дифференциал, наверное, отключим пока что. И на повышенное вперед. Хорош, хорош, хорош. Пошла мазута. На повышенное, ребята, вы должны ставить ее, когда уже у вас грузовик в разгоне. Я не знаю, сможем ли мы пробраться здесь, потому что течение тоже влияет на наше продвижение. Вот это жесть. 40 литров в минуту у нас расход показывается. Смотрите, у нас вот это жесть. Вы посмотрите, как у нас бак просто опустошается у нас на глазах. Слушайте, мы так с таким темпом-то никуда не доедем. Давай, родной, давай, 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 давай. Здесь одному, конечно, очень сложно. Здесь надо вместе с друзьями. Игра позволяет. То есть сетевая игра здесь есть. То есть ты такой застрял. Ага. Братан, Вован, помогай. Что-то мы, походу, застряли. Может, блокировку включим? Да, включим блокировку. Не, ребят, я застрял. Я утопил машину. Хотя нет, есть какое-то продвижение. Я пытаюсь руль выкручивать влево. Влево-вправо, влево-вправо. Пошла мазута, отлично. Отлично. Там, блин, правда, бревна валяются. Против течения это очень нелегко. Это мягко сказано. Давай, родной, давай, 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 давай. Так, ладно, вправо. Выворачиваем вправо. Но главное, движок не повредить. Походу, я неправильно ракурс выбрал. Ой-ой-ой! Не, все, мы застряли. Все, мы сейчас отсюда так не тронемся. Ладно, давайте потихонечку. А интересно, мы лебедку сможем куда-нибудь цепануть? Ну-ка, давай лебедку посмотрим. О, да ладно, у нас здесь лебедка работает. Все, прекрасно, я думал, там нет. Эй, епта, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну-ка, давай назад, выкрутим. О, так вот выкрутил руль, прекрасно. Видите, как грамотно надо все делать. Так, без лебедки, без лебедки. Так, блокировочка у нас работает. Ребята, обратите внимание, как графически вся, прям все показывается, да, то, что вот здесь вот была вода, там грязь и так далее. А, например, ты заморал тачку. Наконец, кстати, водителя добавили. Давно его добавили, правда, но я только добрался до этой игры. Блин, просто красота. Так, ладно, открываем карту. Мы находимся здесь. Мы можем, в принципе, про... Ну, давайте, да, по плану все-таки будем плана придерживаться. Аккуратненько, потихонечку. Не торопимся. А если, например, полный привод отключить? Сядем. Понял. Блокировку включаем, полный привод тоже включаем. Блокировка Q, полный привод, получается E. Английская, либо русская U. Ушлепок. Так. Я вполне уверен, то, что сейчас, в данный момент, мужики смотрят это видео. Именно те мужики, которые, в принципе, часто вот в таких вот ситуациях бывают. Ребята, отметьтесь, только без каких-либо приколов. Я хочу посмотреть, есть ли вообще такие люди, которые лицо, рука-лицо, то есть они вот так вот смотрят на это видео и рука-лицо и говорят: твою же мать, что он творит? А если он попадет с нами, что с нами будет? Вот смотрите, вот типа так. Так, ладно, давайте лебедка опять закинем. Это вообще считается самый лучший симулятор внедорожника. Ну, как не внедорожника, а вот именно вот таких вот ситуэйшн. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо.
Так, ладно, я думаю, нам лучше назад дать. Я же, лебедка, забыл о цепи. Ну, что меня держит? Так, хорошо. Ручник. Интересно, здесь как на фуре тоже тормоза могут пропасть? Напишите, пожалуйста, вот я не знаю, честно. Я вообще далек от этого дела. А, после, конечно, армии. Уже как-то все, наверное, подзабыл. Иди на завод, работай, да? Так, где мы находимся? Мы уже почти пришли. А следующая остановка, мне кажется, будет вот этот остров. Слушайте, мне кажется, будет трудно пробраться до сюда. Ну ладно, до сюда, в принципе, не трудно. А вот дальше, вот сюда куда-нибудь, вон там будет трудно. А давайте сюда доберемся, потом сюда. Хорошо, погнали. Погнали, погнали. А, можно, в принципе, и повышенная. Пониженная или повышенная? Как называется эта передача? Повышенная. Повышенная, кажется. Или пониженная. Повышенная. Давай, братан, давай, 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 давай. Отлично. Прекрасно. Интересно, здесь в этой игре можно будет шины проколоть? Или вообще, что будет в новой игре? Надо будет потом посмотреть. Я обязательно потом как-нибудь сделаю обзор. К слову, я это видео записывал недели назад. То есть я на неделю вперед записываю видео для моего канала. Так что, возможно, уже какая-то есть имеющаяся информация, о которой я к этому моменту не знал, когда записывал. Так, что там нас держит? А, бревна мои любимые. Понятно. Назад. Самое главное, себе яму сейчас не прорыть. На этом месте. Ну что, давайте-то лебедку поставим. F это люб... Тихо-тихо-тихо-тихо, ладно, не перевернуться. Давай, родной, давай, ты сможешь. Мне походу, там... Да-да-да, у меня там, походу, сзади кто-то держал. Именно это дерево. Все, отцепляем. Так, ну что, наша задача сейчас блицануть именно до тех мест. Вот где вот те деревья, видите? Ну там вроде бы помельче. А как мы это делать будем? Прям на повышенной скорости. Нет. Надо разогнаться сначала. Блокировку включим. Потом, когда будем разгоняться, мы ее отключим. Не получается. Но медленно мы здесь не проедем. Бля, здесь глубоко. Я вам скажу. Не получается. Опасный уровень воды. Назад. Мы там не проедем. Может быть, чуть-чуть левее. Вон там, мне кажется, глубина более-менее позволяет. Просто, если будет опасный уровень воды, это все. Это ГГ. Слушай, мы доедем все, нет? Тихо-тихо-тихо-тихо. Мы вообще едем или стоим? Я чуть не пойму. Опасный уровень воды. Блин, это просто симулятор какой-то подводной лодки, кажется. Сейчас у нас будет скоро. А не симулятор внедорожья, либо симулятор больших, огромных машин, которые месят, я не знаю, там, грязь. Не, надо разогнаться. Надо разогнаться, чтобы уже... Понял. Неправильно. Давай, 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 родной, давай. Кстати, рекомендую смотреть это видео в качестве QHD. Ну, типа как 2К. Графон, конечно, здесь хороший. Игра старая. Она вышла где-то 3 года назад, кажется, мне память не изменяет. Так, вот они, кстати, линия передач какие-то находятся. Давайте вспомним, где мы находимся. Что-то не помню, какого хера я ушел в другую сторону, подожди. А, ну да, 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 я же решил обойти, потому что там глубоко, понятно, да. А, ладно, меняется, у нас, ребята, планы немного меняются. А, идем вот на этот остров. Сейчас бы посмотрим, это одна из самых сложнейших карт, понимаете?
Нам бы дойти вот до сюда, до К-700, конечно, я хотел дойти. Но мне кажется, вот отсюда уже будет намного проще. Вот так вот хоп-хоп-хоп и вот сюда пришел. И как раз разблокирует эту местность. Так, у нас плюс 6 урон. Давай, родной, давай. Вот камера. Все говорят, камера здесь неудобная. То есть управление камера. Но, понимаете, она заточена именно по то, чтобы ты смотрел там, где у тебя колеса, где, ну, я имею в виду, где ты застрял, что у тебя там, какое препятствие, там еще что-то. Ну да, хотелось бы, конечно, вид от кабины вот так вот раз, выглянул, типа вот как в Евротрак симулятор, да, выглянул там через окошко и смотришь назад, было бы намного интереснее. То есть именно вид от первого лица. Так, у нас уже половина бака, чуть больше чуть-чуть, да, половина бака осталась, урон 81 из 600. Это так называемые поинты, которые при 50% заполненных, да, вот этих вот шняг, у вас просто будут большие проблемы, и машина глохнуть, и не такая уж мощная. То есть, не просто, да, там, у тебя там 99%, да, поврежденная машина, а у тебя машина летает, как, не знаю, как Су, блин, 24. Так, вот, из-за этой камеры, вот, во многих местах ты просто врезаешься в каких-то там препятствиях. Так, ладно, назад. Вот. А вообще, как я уже говорил, веселее именно проходить такие миссии с друзьями. Там, когда тебе друг пытается помочь, а что-то пошло не так, ты переворачиваешься, да, там, либо еще что-то. Вот это вот прикольно. Ну, конечно, это не как в подставном видео, где там BMW перевернули. Как этого гондона зовут-то, я забыл. Типа там потом страховка Тинькофф, короче, что-то, короче, ну я не знаю, ну это просто откровенно понятно, то, что это было постанова. Они херанули BMW, типа ради того, чтобы прорекламировать Тинькофф. Жесть. Просто вот насколько люди тупые, что думают, что как бы все проканает. Так, а вообще куда мы едем? А, мы едем правильно, мы едем правильно. Я вот сейчас хочу вот так вот поехать, подожди. Вот в эту сторону. То есть правее от нас. Сейчас мы тогда проедем правее. Я вот не уверен, какая там глубина. Ну, судя по тому, что я вижу, там, блин, есть глубина. Мне кажется, карту мы выбрали не совсем подходящую для меня. Римас, для тебя карта — это ровно асфальт. Да, я прочитал вашу мысль. Ставьте плюс, если вы об этом подумали. Ровно асфальт. Да, здесь надо играть с друзьями. Потому что я реально не знаю. Вот здесь по-любому есть какие-то места, где не такая уж глубокая хрень. Вот здесь вот, где столбы, по-любому там нет глубины. Но я так считаю. Это мое личное мнение и мой прогноз. Вот сейчас вот как раз и отсюда поедем. Нам по-любому потом придется обратно ехать туда. Вот видите, где вот эта красная хрень. Так, я опять застрял. Жесть, мы уже полбага зарасходовали и ничего не сделали. Ладно, за столб придется зацепиться. Давай, браво. Нифига себе, а что, за столб нельзя зацепиться? Я чуть не понял. Да ладно, ты шутишь, что ли? То есть, за какую-то ссанную ветку можно цепляться. А за столб нельзя. Тихо. Не, ну здесь как-то понятно, да? Ладно, назад. Назад, братан. А вообще, в этой игре, я помню, когда только-только она вышла, там был ЗИЛ какой-то карте. В начале карты ЗИЛ был, ребят. Ну, конечно, заднеприводный получается, да? Ну, заднеприводный, не то, что вы подумали, а именно у него привод зад. Заднеприводный, короче. А, блин, там тоже надо уметь кататься. Короче, хрен с этой картой. Давайте все-таки... Хотя нет, давай. Нет, все-таки я ее добью. Нам надо сейчас попытаться... С прицепа... тянуть назад. Во. Я говорю, из любой ситуации можно найти выход. Так вот, здесь я чуть-чуть погорячился. Давай, родной, давай. Так это что у нас вообще? Топливо, да? Я не пойму. Так, действие. А, мы можем еще опоры поставить. Подожди, что за действие такое? У меня такого не было раньше. А, видите, опускаешь опоры, типа, и так далее. Так, топливо. Мы можем
заправить свою тачку. Да, у нас же топливо с собой, ё-моё. В принципе, за топливо можно и не переживать. Тачку мы заправили. Хорошо. Так, теперь отцепляем лебедочку. Попробуем выйти чуть-чуть правее. Так, а еще какое действие есть? Ремонт мы можем сделать за 1200. Ремонт прицепа. То есть у нас и топливо, и ремонт, представьте. То есть все, мы отремонтировали. Мы можем пересесть, мы можем отцепить прицеп. А мы его отцеплять не будем. Надо же потом как-то его увозить. Во-во-во-во-во-во-во-во! Прекрасно, прекрасно, отлично. Пошла мазута. Пошла мазута. Ага. Как пошла, так и ушла. Назад. А, да что твоя батал? Рука-лицо, да, ребята? Видео называется «Рука-лицо». Потому что, вот видите, мы днище не можем. Вот видите, мы сели на днище прицепами и не можем ничего сделать. Понимаете, вот в этом-то и проблема. И самое интересное то, что мы даже тут за ветку можем зацепиться. А ветка-то она будет-то этот. А вот за столб нельзя зацепиться. Вот она логика, господа. Логика 80 уровня. Ладно, давайте хотя за ветку зацепимся. Меня там ничего не держит. Ну, меня там днище держит. Ну, давай попробуем. Давай, родной. Давай. Ну. Давай, 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 ты сможешь. Не, мы просто на пузо сели и тупо, и все. Хорошо. Отцепляем. Отцепляем. Даем назад. Да, тупо просто на днище сели, короче, на пузо, и все. Днищем сели на землю. Так. Теперь. Я сейчас попытаюсь проскочить это дело. Нервы, нервы, ребята, нервы нужно беречь. Не надо так сильно комментировать. Не надо. Спокойно, спокойно. У меня аж прям... пар. Прям пар, дым идет от клавиатуры. Давай, родной, давай, 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 давай. Вот вы видите, вот там, походу, бревно нам мешает. Она просто тупо нам не дает вырваться. Прицеп гребаный. Ой, ё-моё, клавиатурная сила прям жестко отдает. Спокойно. Вот тут, 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 тут. Блин, вы обратите внимание, ребят, на эти гребаные детали. Как все прям работает, прям все отлично. Ну, прям невероятно. Кстати, скорости мне, это я еще нихера ничего не сделал. Я решаю поехать именно чуть... Да, вот видите, вот это вот бревно нам просто тупо мешает продвинуться вперед. Ладно. Выворачиваем руль. Давай. Вот это красота. Прям мост, прям вид. Ой, тут опять это гребано... Да вы меня преследуете. Я не знаю. Клавиша R, кто не знает, переключать... То есть нажимаешь клавишу R и мышка, хоп, переключил. Так, здесь опять бревно есть, да? Мы... Нам, знаете, нам надо наискосок как-то вперед поехать. Давай, родной, давай, 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 ты сможешь. Ты сможешь, во, во. Пошла мазута. Ой, ёптать, тут столб. Во. А вы боялись. Даже юбка не помялась. Так, нам надо разогнаться сначала. Вперед. Вперед. Вот это тайга. Я мечтаю жить в таких местах, конечно, с условием, чтобы там хотя бы 4G гребаный интернет был. Чтобы раз такой вышел на крыльцо, почесать, как говорится, свою флешку, да, и этот, зайти в интернет, сделать пару фоточек с медведями там, да, выпить с ними водочки. А, ну, я сам не пьющий, хотя не знаю как. Если я увижу медведя, я, наверное, выпью, как говорится, не чокаясь с ним. За свою, за покой души. Не, нельзя так шутить, конечно. Блин, какой красивый рассвет. Тему сменил. Вот. Так, а куда мы приехали? Мы итого поехали вообще куда-то в другую сторону. Хотя, давайте, ладно, забьем на этот К-700.
Вот, неисследованная хрень. Может быть, хотя бы что-то сегодня откроем. Перед тем, как завершать видео надо завершать. Римас, прекрати. Римас, прекрати. Вообще дороги нет, ребят. Просто какая-то тропа непонятная. И то эту тропу, походу, медведь и натоптал. Это не тропа, это просто что-то... Блин, вот насколько эта машина неубиваема. Вы посмотрите, а? Она просто тащит катку. Она везде проедет. Кстати, насколько я помню, топливо в цистернах тоже заканчивается. Понимаете? Чипуль, да? Да, 233 уже. Или нет, не заканчивается. Заканчивается топливо. То есть, не надо надеяться на цистерну. Тоже, мы ее тоже можем закончить, не доехав никуда. А нам хотя бы до гаража доехать. Там уже вроде бы можно заправиться. Вот он, кстати, место. Вот видите, черным цветом обозначен такой типа вихер. Вот туда мы можем сейчас приехать и открыть эту местность. Я не знаю, что нам дадут за это дело. Я говорю, я давно не играл. Но мои навыки довольно-таки оценимы. Оцените мои навыки, уважаемые грузовозы, дальнобойщики, водилы со стажем 40 лет, 20 лет, там, 15 лет. Именно вот водилы больших машин, а не водилы, которые водят свои диваны, сидя на них. Которые пишут что-то в комментариях. Так, а что мы тут открыли? О, мы открыли полностью эту местность. Вот она дорога, вот она асфальтная дорога поехала. Вот как раз мы можем отсюда прям выйти на дорогу и открыт гараж. Вот так вот, ребята. То есть получается, нам надо вот в эту сторону поехать. И у нас начинается ночь. Просыпается мафия. Блин, плохо. Вот я сейчас... Я сейчас как могу оценить, какая там глубина? Хер! Ты ничего не сделаешь. Но мне кажется, прямо тут... Тут просто подстава какая-то. Нам надо ехать либо через эти острова. Ну, где острова, там как бы мельче. Да? Логично. Либо здесь. Ну, по центру здесь проходить не стоит. По крайней мере, я так считаю. Ну что ж, господа, это был, можно сказать, экспериментальное видео данной игры. Если вам нравится данное видео, то обязательно поставьте лайк и напишите об этом. Хотите продолжение? Будем, конечно же, проходить. Возможно, я найду друзей, которые играют в эту игру, и вместе попроходим разные карты. Поматеримся, вы поматеритесь, смотря на это все безделие, смотря на это все невозможно. Ну, так или иначе, еще раз вам спасибо большое. Всем пока. Уху, аж прям все дрыгается. Еще раз всем пока.